Вот.
друзьям за границу скажу всем. Спасибо вам. Ситуация в Израиле, в Австралии. Главное, на Кубе забыть. А? На Кубе тоже забыть. Кей дадут. Я говорю, завтра в интернете своим друзьям, а как уртик, все отправлю. Давайте вы не будете этому угрожать, а то ключ с интернета у вас и все. Значит, вы вам будете оплатить. Да. Сейчас они оформят. Александр, я смогу сфотографировать? Нет, куда? Вас? Я не могу сфотографировать. Нет, я имею в виду бюллетень. Ну, сейчас вы заполните. Я же не людей, только бумагу. Нет, надо хам комиссии, чтобы... Когда, где вот надо, вы... Как бы не надо там... Сейчас вы сказали, что общестатистически, то все не говорите. Общестатистически, то все не говорите, Зюганова на 15%, это все будет. Подбили под эти дела. А, общестатистически, я понял. Вот сейчас посмотрим, как я выгляжу. Все будет, все будет, все прям будет. Кого мы убили, не понимала. А? Кого мы убили? Надежду на справедливость. Вы убили. Кого убили? Я говорю, вы тот общестатистический, тот будет у вас. Вы как подогнали. Видите, вот и просто. Голоса подогнали. Thank you.
Спать буду до вечера. Спасибо.
Было 217, потом подошла на перевод, говорю, 157. Хватит, все, хватит. Одну из пачек Путина считаю. Я Путина считаю. Пачек Дедков, дедцыгли. Стыдно должно быть, ну честно. Не страна, не банановая республика, а. Ее вот упалка. Так вам, Так, почему Леша, здесь все 15 человек, все молчали. Вдвоем мы только возмущались. Разложили Путина, и дали каждому считать, что делать. Он прошел, как один человек, и кто не пошел считать. Я хочу сказать, что наверняка не одни мы только видели. Так, все, хватит возмущаться, вы мне тоже надоели, что такое? Стыдно должно быть, стыдно. Это вам должно быть стыдно. Так вам не стыдно, без стыдно, без стыдно. Уже двое, я Игорь Григорьевич. Я так на вашем лету гадости говорить. А вам вообще ни слова не сказала. Она вам ничего не сказала. Она сказала то, что неправда. Здесь Лилия Жирновальская. Ну ладно, если добьют, там их пересчитают, где надо. Люди пересчитывают. Первая да, запись 217. Я буду считать. 428 гребень было. На 4 пачки разделили. Разделили на 4 пачки. На 4 пачки разделили. Надо их видеть эти пачки. 4 пачки вот так сидела, стояла, пересчитывала. За Путина было много, я ничего не говорю. Ну не каждый день я перевести. Ну потом перепроверили же. Я уже заложил за следователь. Я спросил, я говорю, 90%. Пусть хоть один будет бюллетень за него. Я смотрю, мужик, сука, считаешь, да? Глядя на пачку. Не надо предполагать. Не стоять и ждать, когда посчитают люди. Лёха, у пачки жириновка какая была. И у нас бюллетени. Да. Так, все, хватит. Я предлагаю удалить на ключе. Ну ладно, уже надо удалить. Вы сами удаляете. Молодец какая. Ну молодец, конечно. А что делать, если мы проводим всю комиссию, не даете дочитать до конца? Комиссия, кто голосует за? Бонус или удаление? Да? У меня нет бонусов. Да не может есть быть. Идея, да. А вы не мешаете работать. Комиссия, кто голосует за удаление? Не надо уже. Чтобы банановая республика была, замечательно. Соберитесь, когда там голосуют. Там, где дофиг. Еще надо всех подъяснить. А там никого не помогут. Комиссии нет никого? Нет. Комиссия вся здесь. Вы, пожалуйста, как вы меня распишите, вот вы, ребята. Все, комиссия, голосуем на удаление. Мы никогда так не закончим, ребята. Давайте честное слово. Почет по мэру. Что, голосуем или нет? Давайте. Кто за удаление? Чтобы быстрее было. Кто за удаление? Самое считание сочетание. Там нет больше никого. Все здесь. Что там будет? Алексеевич, входите. Нет, решающий все здесь. Михаил Николаевич. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один.
Кто против? Воздержались? Два воздержались. Лена Николаевна, сделайте, пожалуйста. Я хочу сказать, вам всем будет стыдно, стыдно. Безумно стыдно будет. Да, и вам больше очередь. Интересно, почему это мне больше очередь? Потому что вы все если видели, я считала, что лично, здесь выбор, мухлёж. Какой стороны, который выбор, мухлёж, вот даже на таком маленьком участке. Какой мухлёж? Какой может говорить? Быть будущее? Где вы видели то, что мухлёж? Я видел, я лично видел. Я не видела мухлёж. Я не ждал этого другого ответа. Я вообще в шоке, никогда в жизни столько людей одновременно, которые столько говорят, против меня никогда не видел. Нормально, да. Просто не видел. Все перепроверили, все проверили, 15 человек врут, вы вдвоем не врете. Ну вот я лично в шоке, я такого никогда в жизни не видел. Я тоже в шоке от вас. Что ж, да вы стояли, я стоял. Проходили, писали, когда здесь второй раз считали. Я стоял рядом, меня тесняли. Ну вот там вообще серию снял, ты там сидел. Я писал жалобу. Вы весь почувствовал. Это единственное, что я могу делать. Первый раз быстро. Начали как реально. Второй раз. Когда встали, перечили, вообще ушли. Да, бараны перечитали. Другие люди совершенно люди, которые не считали ничего. Вот надо было встать и стоять второй, третий, три раза перечитывали. Что же, мы сидели там. Опа, судья. Ну, никого, мы решение ждем? Thank you.
Заплатить. Бог не был. Зато на старый филет посмотрел, только его никогда не увидел. Жуть. Ну, сейчас скоро приду, расскажу. Приду, тебе расскажу. Сейчас получу.
Дальше было 4 декабря. Еще хуже, по-видимому, было. Да. О, кто-то не рассказывает, как это было. Извините, народ. Извините. Я надеюсь. Thank you.
Я понял, понял, хорошо. Угу. Встань. Угу, хорошо. Я смотрю по позициям. Вот эта позиция сравниваю с этим. В смысле, не в порядке вот так просто напишет. Что за это? Ну, кого вы какие-то вот эти... Может,
Спасибо.
Капитан его обманул.
баннеры на жирок на этом белом свитке, как говорится, один раз, чем мы будем. Просто мне не надо подойти, все, зато президент подойти. Я не знаю, что. Просто вы попали под влияние тоже. Ну, не надо. Вы попали под дурное влияние. Вот я сейчас свою руку вам спиной. И считай. Я просто там согрели чай, действительно, горячий чай. Я там, я правильно пойму, что... Пойдемте, напоите мужчину горячим чаем. Лёш, напои, пожалуйста. Конечно, пойдем. Тем более... Нет, здесь точно никакой.
половину из них не знаю. Thank you.
сколько? Thank you.
Давайте, вот не подъедем. А, сейчас. 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 А,